Компания Food Service представляет слайсер Chelmi серии FA и FY. Слайсеры итальянской фирмы Chelmi изготовлены из итальянских качественных комплектующих на территории Украины. Предназначены для нарезания колбас, ветчины, мяса, сыров, овощей, рулетов и тому подобное. Слайсеры серии FA и FY рассчитаны на короткое время работы. Производитель рекомендует данные серии как для домашнего использования, так и в небольшие кафе, бары и рестораны. Корпус слайсера изготовлен из алюминия, пригодного для использования с продуктами питания. Имеет удобную каретку, которая легко двигается на подшипниках. Лезвие изготовлено из хромированной закаленной стали. Слайсер имеет мощный и тихий двигатель, а также устройство для заточки. Нож слайсера изготовлен из нержавеющей стали с поверхностью, имеющей эффект неприлипания. Поверхность ножа на 6 лет гарантированно защищена от коррозии. Все это обеспечивает профессиональную нарезку, безопасность и легкость в использовании и обслуживании ломтирезки. Слайсеры серии FA снабжены стационарно закрепленным затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой. Благодаря этому заточка производится легко и удобно. Перед заточкой нужно аккуратно очистить нож слайсера и протереть, придерживаясь правил безопасности. Открутить винт крепления и повернуть заточное устройство на 180 градусов, чтобы поместить лезвие между двумя точильными камнями. И снова надежно закрутить винт. Включить вращение диска, нажать и удерживать несколько секунд кнопку с тыльной стороны слайсера для заточки диска. Потом нажать и удерживать 5-10 секунд кнопку с противоположной стороны для удаления заусениц. После чего выключить вращение диска и вернуть точило в первоначальное положение. Слайсеры серии FY снабжены съемным заточным устройством, которое крепится к движущейся каретке. Установите регулятором максимальный размер нарезания 15 мм. Закрепите точило на опорной части панели нарезки и установите его так, чтобы поместить лезвие между точильными камнями. Затем включите вращение диска и 5-10 секунд нижним камнем заточите диск. После на несколько секунд нажимаем верхнюю кнопку для удаления заусениц. По окончанию заточки необходимо выключить вращение и снять точило. Все скользящие детали периодически смазывают вазелиновым маслом. Ни в коем случае не используйте растительное или оливковое масло. С помощью масленки смазка вводится в специальные отверстия. В моделях с ножом 220 мм отверстие расположено на каретке с правой стороны. В моделях диаметром ножа 250 мм еще дополнительное отверстие расположено возле панели управления. В компании Food Service можно посмотреть слайсеры разных диаметров и выбрать подходящий вам вариант. Мы находимся по адресу: город Киев, улица Полковника Шутова, 9А, компания Food Service.